Тебя нет. А я продолжаю говорить с тобой. Писать письма в бессмысленной попытке понять, что произошло между нами. И как я оказалась здесь. Без тебя. Кир, привет, это я. Пожалуйста, возьми трубку. Сейчас мне кажется, что я влюбилась с первого взгляда. Случилось это, когда ты читал у нас лекции о кино, а я училась на последнем курсе театроведческого. Я пишу о вас статью. Вы режиссер? Руководитель подпольной театральной студии. Поцелуйте меня. Здрасте. Вы извините, я без подарка. Но зато с Кирой. Рядом с тобой человек. Не функция в твоей огромной, насыщенной жизни. Ты меня пугаешь! Привет. Привет. Я продолжаю жить. Но моя жизнь разделилась на до